Всем привет, меня зовут Илья. И в этом видеоролике, дорогие друзья, я вам покажу, продемонстрирую свой новый инструмент, свой новый Fender Precision Bass. Он у меня в наличии уже ровно месяц, я им пользуюсь, получаю удовольствие, так сказать, грею себе душу этим инструментом. И сегодня не будет такое видео, знаете, типа вот, как звучит с тоном, как без тона, как... я думаю, что вы прекрасно знаете, как звучит Precision Bass, миллион роликов, миллион записей, песен с этим басом ни для кого не секрет. Сегодня больше роль, больше речь э, зайдет о том, я поделюсь своим опытом, что мне нравится в пресиженах. Первое, попробую посчитать, значит, что мне нравится в что мне нравится конкретно в этом инструменте, на что я обращаю внимание при выборе фендера. Чем отличается Фендер от всех остальных бас-гитар при покупке? Вообще, поговорим, на что нужно обращать внимание при покупке, как покупать Фендер и так далее. То есть мы сегодня затронем вот эти моменты, э, особенности этого инструмента, и, собственно, я вам покажу повнимательнее, поподробнее этот инструмент. Кстати, у меня уже два видео с ним есть, э, я уже успел отснять два видеоролика, можете посмотреть там, то, и звук посмотреть, и, так сказать... Э, кто еще не видел, посмотрите, я уже успел два ролика отснять. В общем, начинаем, начинаем наш обзор, начинаем нашу беседу. Данная бас-гитара сделана в Японии, и если судить по документам, в 2011 году что говорит нам о том, что ей 10 лет уже, даже чуть побольше, и это отличный возраст, оптимальный, потому что, потому что, потому что, во-первых, это хорошее состояние, инструмент не супер убитый, когда, например, смотришь на бас-гитары 90-х, 80-х, они уже поюзаны, видно, что там какие-то трещины на накладке, уже сколы, грифа, уже, то есть видно, что сильный инструмент поюзанный, побитый где-то. И так далее. Это что касается 90-х, 80-х. Уже мало инструментов в реально хорошем состоянии. Но здесь инструмент, опять же, не новый, то есть деревяшка уже хорошо просохла Уже раз, разыграна э, То есть это не новый инструмент, но при этом В отличном состоянии, то есть вот 10 лет Отличное состояние, когда минимум этих сколов Они, конечно, есть тут, вот если посмотреть Вот тут какие-то тут потертости Не знаю, видно, не видно, надеюсь, что видно Ну, в общем, есть, но они Абсолютно, как бы, ну, 10, для Десятилетней бас-гитары абсолютно оптимальны Меня не напрягают, я на это обращал внимание Опять же, мне важно, чтобы инструмент был в хорошем состоянии Не слишком побитый, значит, что касается корпуса Он сделан из альхи. Судя по рисунку, тут три куска альхи, ну, стандартно для, для японца и для такого серийного инструмента три куска это нормально. То есть тут видно даже, я не знаю, опять же, на камере будет видно, не видно, три полосочки, видно прям даже вот если я под углом смотрю на свет, видно такие вот швы лака, именно три шва, то есть получается три куска, я так понимаю. В общем, ну, оптимально японцы так делают, обычно из трех кусков, насколько я видел эти японцы. Значит, Альха, Альха, это очень круто, мне очень нравится Альха. Во-первых, звук открытый, чистый, фендеровский, узнаваемый с характером фендера именно. Плюс он очень легкий, это плюс инструмента, супер легкий. Все альховые инструменты, они очень легкие. И этот пресс как бы сверхлегкий, это очень круто, мне нравятся легкие инструменты. Значит, это первое. Значит, альховый. Ольховый корпус, датчик наш любимый разделенный сингл, 4 струны, бридж, провод подключается, пигард, самберстовый цвет отличный. Причем такой темный самберст, мне нравится темный самберст, он такой, знаете, не ядовитый, такой на стыке черного, темный цвет. Пигард такой черепаховый цвет, но... Мэйби я в будущем поменяю на черный, посмотрим. Но ну, мне этот в принципе нравится, он тоже темный. Потому что знаете, есть бывают такие бордовые пигарды, светлые на японцах э, очень светлые. Мне они не так нравятся. Это прям такой темная черепаха, очень круто. Металлические ручки. Когда он мне приехал, одна ручка отваливалась, я ее вот сейчас подкрутил. Ну, опять же, здесь видно, что металл хороший, э, то есть, видно, что прям, когда эту ручку я снимал, прям тяжелая ручка, не какая-то пластмассовая дешевка, а именно хороший металл. Вообще, японцы, мне чем нравятся японцы, это безупречное качество сборки, всегда, и очень ровно. То есть, что 90-х, что сейчас, инструменты супер собраны, и видно, что материалы у японцев, вот, в плане металла, очень классные. То есть, идеи, как бы, сам металл и колки видно, что прям не какой-нибудь там, не знаю, из консервных банок там переработанный металл, а хороший именно классный металл. Значит, опять же, палисандровая накладка, 20 ладов стандартно для фендера, э -э -э классный желтый лак. Вот на это я обращал внимание, мне это очень нравится, что такой, знаете, желтоватый винтажный лак, очень классно смотрится. И мне прям кайфово, я смотрю, и у меня радуется душа, радуется глаз, радуется сердце, так сказать, от этой желтой накладки. Очень круто. Плюс, так сказать, к скиллу, плюс к звуку. Желтый такая винтажный лак. Вот. Мои давние зрители знают, что у меня долгое время был Fender Jazz Bass американский. Э, и, так сказать, я не понаслышке знаком с этими бас-гитарами фирмы Fender. У меня есть опыт, даже скажу больше. Э, наверное, это тот бренд, на котором больше всего времени я провел, больше всего часов я провел именно за фендерами. Если взять весь мой отрезок игры на бас-гитаре, именно Fender, наверное, это топ-1. На втором месте это, это скорее всего, будет и Ibanez а начинал я, как и многие, на китайских дровах, ноунеймовских, no даже не вспомню, как они называются, разваливающихся басах. И снова я пришел с разбитой напрочь гитарой, ну, как настоящий панк. И потом пришел плавно к фендеру по мере взросления своего. Что нужно вообще понимать и что нужно знать о бас-гитарах Fender? Во-первых, это то, что это не просто инструмент, это не просто название э, фирма, название бас-гитары, это еще и реликт, это еще и как артефакт, это как символ. Люди покупают по всему миру гитару Fender не не обязательно для того, чтобы играть, а это просто вещь, которая ценится, это просто можно повесить на стенку, просто взять и порадоваться, э, порадоваться душой, так сказать, взять в руки это произведение искусства даже вот так можно сказать, это настоящее произведение искусства, как э, художественное, и он имеет художественный сам по себе. И это не просто слова, из этого вытекают много всяких моментов, которые нужно учитывать при выборе бас-гитары Fender, и это отличительная черта именно этой бас-гитары от большинства в мире. Более того, бас-гитара Fender это самый записываемый в мире инструмент. Он звучит на огромном количестве хитов, на огромном количестве, в том числе, ваших любимых песен, моих любимых песен. В целом, э -э, самый узнаваемый, самый котируемый, самый, э, так сказать, признаваемый звук, который всегда работает. Метовый звук, это я как-то говорил в своих видео, это как Макдональдс. то Есть есть же огромное количество классных инструментов. Э -э, там you know, садовские всякие, фадеры. Но почему-то -э, все равно Precision Bass, Fender, Jazz Bass э -э, и в целом фирма Fender все равно самая популярная. Несмотря на то, что есть инструменты, наверное, и лучше намного. Но именно Fender — это любовь, это, так сказать, любовь, она, ну, сами знаете, про любовь. В общем, это именно про любовь. Вот этот инструмент — это про любовь. Это, это вот, вот, вот про это все, вы меня поняли. К тому же, к тому же, даже я скажу больше, Fender — это не просто инструмент, это еще и огромное влияние в целом на музыку и в целом на образ музыки, рок-музыки, поп-музыки, да, фанк-музыки, любой. Именно Создание инстру этого инструмента повлияло и оказало огромное влияние на то, что мы сейчас слушаем, на то, какая музыка стала, на то, как она звучит, какие партии играются, на технику, на все. Как я уже сказал в начале видео, хочу немного поделиться опытом, как я выбирал этот инструмент. И в целом, на мой взгляд, как стоит выбирать инструменты Fender, на что обращать внимание, какие плюсы и минусы и так далее. Значит, как я уже сказал, Fender это не просто инструмент, это реликт. Это значит, что к нему надо подходить не так, как если бы выбирали какой-нибудь шектор, корт и так далее. Это совершенно другие правила, другие законы. Во-первых, на что на первую очередь, на мой взгляд, стоит обратить внимание, это на оригинальность. Именно в этом инструменте все оригинально, ничего не поменено ни бридж, ни датчики, никакие кнопки, ни крутилки, ни колки, ни лады, все в оригинале. И это именно меня очень привлекло, так сказать, к этому инструменту. Я считаю, что Fender должен быть оригинальный. И если вы, например, видите, выбираете инструмент, например, на Авито, там, смотрите фотографии, видите, там, например, датчик поменен, или, например, бридж поменен, или еще что-то там заменено, то тут есть повод насторожиться. Потому что если человек менял это, если человек какие-то, так сказать, манипуляции с инструментом проводил, значит, может быть, какие-то проблемы. Что-то человека не устраивало, где-то какие-то косяки, и человек пытался при помощи своих вот этих манипуляций это изменить. Поэтому. Я не, не очень-то рекомендую именно такие какие-то именно с фендером делать вот эти вот модификации. Конкретно в этом инструменте здесь даже нет экрана. То есть он не экранировал. И фендер не делает экран никогда с завода потому что это как у них дополнительная опция, как бы на выбор. То есть ты можешь взять, купить инструмент, там заэкранировал или нет. То есть ты выбираешь. Я когда покупал джазбас, тоже новый, он был не экранирован, я его экранировал сразу. Этот инструмент я даже не хочу экранировать. Он, конечно, будет, если его сделать экран к мастеру отнести, он будет менее шумный, там меньше фонить. Но он и сейчас не особо шумный, вот, и меня все устраивает. Я не хочу даже какие-то манипуляции с этим делать, потому что это все может повлиять на звук, на яркость, так сказать, читаемость звука инструмента. И здесь я даже не планирую это делать, никаких манипуляций производить. Поэтому э, стоит обращать внимание, делались ли какие-то вмешательства в инструмент? И также, не так как я уже сказал, это реликт, то, как правило, какие-то изменения, там, например, впаяли датчик какой-то еще дополнительный, например, от джазбасса сюда еще что-то там, сделали активную электронику, сюда врезали, к примеру. Это, как правило, будет потом продать сложнее. То есть фендер будет продать сложнее. Вот. Если вы с ним что-то делали. Естественно так как это реликт, для Fender это будет минус. Например, какой-нибудь корт, если вы помените датчики, или там, не знаю, Шектор, какой-нибудь Харли Бентон, то, естественно, там скорее это будет как плюс. И многие люди, которые, многие перекупщики магазина пишут всегда, вот, там, прокачанный датчиком, там, сэммер Дункан специально, Fender. Но тут стоит все равно задуматься. Это повод для них накрутить цену еще, типа, прокачан. Но по факту я бы не стал брать именно с какими-то датчиками дополнительными и так далее. То есть именно Fender, на мой взгляд, должен быть оригинальным в этом его кайф, в этом его, э, так сказать, авторитет и неприкосновенность этого звука. Вот, что касается оригинальности для фендера, на мой взгляд, опять же, это мое личное мнение, это как бы я так выбирал этот инструмент, в том числе подтверждение этому, потому что были варианты там и с датчиками помененными, и с бриджами какими-то модифицированными, что можно менять, например, расстояние между струн, вот есть такие бриджи например, на Здесь оригинальный бридж прям. Причем смотришь, вот японцы классно делают, и прям такой матовый классный такой металл, не вот эти блестящие, которые на новых инструментах такие вот, которые аж глаза режут, блестят, здесь прям такой матовый благородный металл, и даже видно по колкам, если посмотреть, то есть, ну, видно, что качественный металл и колки, вот, это как бы, опять же, Плюс японцев, как я скажу, очень классно делают именно в плане сборки. Японцы просто супер. Даже где-то мне нравится больше, чем американцы в плане качества сборки, потому что у меня был американский. У меня слетела гайка анкера, хотя я не особо ее часто крутил, она просто потому что металл говно. Я потом к мастеру принес, он сказал, ну металл просто из говна сделан и палок. Поэтому как бы качество с японцами такого реже встречается. Поэтому в плане качества даже японцы могут и с американцами поспорить. Именно качество сборки металла. Однозначно точно. Единственное неудобство здесь, как бы гайка, она крестовая, и э, надо для того, чтобы подрегулировать, нужно либо пигард снимать, либо гриф откручивать. В общем, это не всегда удобно, но это как и плюс и минус. Плюс в том, что опять же, ты не так часто лезешь подкручивать, настроил в одно положение. И у тебя нет соблазна что-то подкрутить, поменьше сделать. То есть как бы э, меньше каких-то вторжений в инструмент делаешь. Э, вот, э, но минус не всегда удобно. Надо откручивать. Тут гайки лишние, э, болты крутить, чтобы подрегулировать гриф. Но опять же. В чем э, мне нравится еще Precision, Это надежный гриф, он толще, чем на джазбасе, э, и на мой взгляд, он надежнее, чем самым, его меньше, он меньше гуляет, понятное дело, что любой гриф будет гулять, он эластичный, но на пресижении это прям вот, ты его в руку берешь и чувствуешь, что, ну, тут, короче, один раз настроил, все, он очень э, неподвержен, так сказать, минимум всяких, всяким изменениям, вот я как его купил месяц назад, подкрутил, и вот он у меня, ну, ничего, как бы, как стоит, так стоит, хотя сейчас зима, там, перепады и так далее, отопление, вот. Поэтому престижен, на мой взгляд, в плане надежности классный гриф. То есть, и это тоже тот пункт, из-за которого я именно остановился на Precision. Надежность грифа, вот, его, как сказать, так сказать, качество и высокостойкость если это можно так выразиться. Что касается игровых качеств Fender Precision, опять же, многие скажут, что это узконаправленный инструмент, только для аккомпанементов, никаких соло, никакого фьюжена, все очень э, лаконично, просто это вот как контрабас, только бас-гитара. Один датчик, якобы нету вариаций звука, все, один звук, тон, ручка громкости, все, больше ничего нету, казалось бы, да? Но на самом деле здесь довольно много звуков можно нарулить, если приложить к этому усилия. К примеру, э, многие думают, что нельзя получить звук как у Жака Пасса, Stories. на самом деле, опять же, все это здесь делается руками, все это делается аналогово, по-настоящему, без использования активной электроники. Можно, например, сместить руку сюда и получить звук как у Посторис. <music> вот как-то так, дорогие друзья, надеюсь, ничего не забыл, все рассказал, как покупал, как выбирал, что из себя инструмент. Э представляет, в чем особенности, почему купил и так далее, и так далее. Я думаю, тут все понятно. Precision, опять же, ни для кого не секрет, как он работает. Все тут, все ясно и понятно. Свои как бы мысли я по этому поводу вам объяснил. Были комментарии, были вопросы, что за инструмент. Расскажи, сними. В общем, я месяц попользовался. Опять же, месяц у меня был ровно. Где-то числа 11 января он мне приехал, там 12 -го. Я его с почты забрал. Вот, долго ехал, его потеряли где-то на почте, короче, я переживал, но в итоге доехал, отлично все, просто супер, никаких нареканий, инструмент идеальный, никаких вообще, никаких претензий не было, все супер, хорошо звучащий, классный инструмент, который теперь будет радовать меня и вас на канале, в общем, поэтому не забывайте обязательно подписываться на канал, ставить лайки, все как обычно. А на этом сегодня все, любовь, доброта, всем пока.